например, умение слушать. То есть это такая банальная, например, компетенция с точки зрения коммуникации. Я ее заметил буквально, находился в толпе людей, и одна пенсионерка сказала другой: ты подойди к нему, он слушает. Причем, что значит слушает? А уметь слушать — это отдельная штука. Да? Ты демонстрируешь человеку, что ты реально в коммуникации. Ты смотришь на него, а это сложно бывает кандидату, который по 200-300 встреч провел. Ты хочешь, не хочешь, волей-неволей психологически устал.